Всем привет! С вами канал Артмани. У нас первый снег, и мы, представляете, на этой новой площадке с первым снегом, самый первый сегодня. Время 9.30. Время. У нас ноябрь, по-моему. Да. 12 ноября у нас сегодня. И вышел снег. Обычно 14 ноября у нас снег уходит. Так, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну да. А в этом году раньше. Дима вон бегает, делает, решил сделать следы по всей площадке, как будто здесь уже прошло куча детей. У него так ушки на шапочке так мило подпрыгивает. Динь-динь-динь-динь-динь. Пошел, пошел, пошел. Дима! А, Дим, на маму посмотри. Дима, где мама? Вот ты какой прыгунчик. Прыгунчик какой. Шапочку зимненькую свою опять одел. Мы уже в ней ходим, наверное, год третий. Или второй. Или третий. Нет, второй. Она лежит просто давно у нас еще. А ведь ребенку интересно, да? Вот бегает. Вспомните себя в детстве. Че лежит? Хотя сегодня, кстати, минус 3 всего лишь. Я когда с утра выглянула в окно, я думала, наверное, минус 10-15, думаю, раз снег выпал. Нет, наверное, растает к вечеру, посмотрим. Там вот с собачками гуляют, собаки прям лежат на земле. И холодно им, интересно. Вспомните себя в детстве, как вы бегали по детской площадке, было так все интересно, хотелось где-то полазить. Я помню, с детьми мы прям лазили. А здесь вон сколько всего интересного для детей делается. Какие вон кораблик, можно влазить, прыгать, скакать. Здесь покрытие хорошее. Дим, ты сейчас шлепнешься точно. Не лезь туда, Дим. Оп, чуть не упал. Иди сюда, вот здесь вот остались, еще нет следов твоих, Дим. Дима! А рука все равно мерзнет. Как у тебя хорошо получается. Сильный, что ли, стал такой? Оба, оба. Поехал, Дима, на квадроцикле. Тряска, тряска, да? Тебе нравится? Да. Ну, какая, смотрите, классно строилась, строилась. Тут прям корабль такой. Правда, уже списанный, конечно, детьми постарше. Но он прям полазит. Дима, полазить есть где. Давай, давай, ногами, ногами. Потом у Димы была живопись, палка на футбольном поле. Угу. Давай, давай, рисуй. Крестик, восьмерка, половинка. Загогулинки. Ух ты. На колобка, кстати, похож. Еще глаза он там подрисовать, он еще такая у него голова неровная. Туловище, да? Вот. Что-то странно. Это ухо, что ли, ты нарисовал? Да нет, туловище. Туловище, а что такое маленькое? Да еще и сбоку. Когда буду сидеть монтировать это видео, буду сидеть дома в тепле. А сейчас так холодно, не могу прям. Нам еще гулять, наверное, полчаса, как минимум. Я оделась, я еще добавок. Легко. Там уже все собачки домой пошли. Сколько с ними гулять? Час, наверное.
Давай, 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 пошел, пошел.